Эти рекламные конструкции установлены прямо в зеленой зоне без согласования с администрацией и инспекцией по безопасности дорожного движения. Они не только портят облик курорта, но и могут представлять угрозу для пешеходов или машин, так как закреплены не по ГОСТу. Они загромождают территорию, потому как зеленая зона, она должна быть под цветочки, под благоустройство, да, никаких там конструкций быть не должно. Тем более, что есть участок, где уже есть рекламные конструкции, лишнего быть не должно в городе, должно быть больше воздуха. Рабочие сначала разбирают конструкции, металлический каркас спиливают болгаркой основания, позже здесь восстановят газон. Специалисты Центра развития и оказания курортных услуг продолжат мониторить ситуацию. Под снос пойдут все незаконные рекламные конструкции. С начала года в Анапе демонтировано больше десятка таких объектов. В ближайшее время еще 10 рекламных баннеров демонтируют на улицах Ленина, Толстого и Промышленной.